Всем здорово, ребят. Ну что, открылось испытание смотрителя. Давненько я уже сюда не бегал, решил посмотреть, может, какие-то есть изменения. В общем, у нас сегодня святой, который наносит дамаг, чистый урон одному рандомному герою. Так, усиливает скорость атаки обоих команд, то есть и свою, насколько я понял, и себя. Отражает урон, нифига себе, не может получить 140 дамага за один этот, и имеет кучу иммунитетов, нифига себе. Походу что-то реально поменяли на нем, потому что я помню, на нем набивали до хрена. Сейчас мы посмотрим, что у нас по ранкам. 3, 1. Да, печалька, печалька реально. Ну окей, если он отражает по сути дамаг, значит здесь будет One Love ПДшка. Че по героям возьмем? Ну для убивания, наверное, я попробую свой старый вариант. Такс. Тесса сердцеедка. Возьму даже Ронику сюда, попробую. У меня где-то был, по-моему, Ронин с Берсом, если я не ошибаюсь. Если не было, значит, сделаем. Ужасно. Будем пробовать подашку. Я думаю, подашку плюс Берс. Так, есть с Берсом. Дальше кого еще сюда возьмем? Огника. В принципе, можно. Не помню, есть у меня Берсовый Огник или нет. Ну, есть ли смысл? Попробуем. Расколом для дополнительного. Хотя хрен его знает. Однозначно возьмем Стрелка. Кто у нас еще? В принципе, можно Фрэнка взять. Как вариант. В общем, Стрелок, Фрэнк. Надо не забыть им всем подашку поставить, потому что я думаю, без подашки будут сливаться нафиг на отражалке. Так. Надо найти огника какого-то. В общем, поехали, будем собирать героев. Такс. Такс. А что по чарам им поставить? Надо им еще и чары нормальные понаставлять. Здесь у нас атакующий вариант на скорость атаки. Ставить доспех или скорость атаки. Давайте попробуем сначала такой вариант. Так, ставим сюда подашку однозначно. 10-е. Подашку поставили. Супер питомца. Забирает энергию. Ну, у этого иммунитета, поэтому это бесполезно. Будем ставить суперпата лучше на отхил. Так. Есть. Собрано. Тесочка у нас собрана. Делаем здесь. Попробуем с Берсом. Ставим подашку. Все тоже собрано. Здесь мы поставим. Я не знаю даже кого. Ну, у него и куча иммунитетов. Поставим. Так, давайте с суперпэтами попробуем первый заход. Такс. Два героя у нас уже есть собраны. Поехали дальше. Дальше у нас идет стрелок. Блин, придется поменять. У меня один стрелок всего лишь. Что делать? Что делать? Сейчас попробуем, потестируем. Интересно уже, я не знаю, или есть Берс. Должен, по идее, быть у нас Берс на складе. Берсик есть. Меняю, все равно я стрелка сейчас не использую. Пусть будет для фарма. Делаем десятку. Убираем, ставим тоже ПДшку.
такой вариант. Оставим всех супер питомцев, думаю. Так, есть. Это я подкрепаю. Так, тут тоже у нас берс есть. Power up. Так, по снаряге пиромаговый этих я уберу, поставлю. Попробую вариант все-таки поставить. Всем ускорялку. Так, есть. Это мы поставим на стрелка. Так. Поставим давайте сюда солдатчонок. Есть огник у нас собран, тоже ставим сюда подашку, чтоб не сливались. Так, есть. Дальше Фрэнк. Так, у нас есть что-то для ускорялки. Берс. Есть девятый берс. Давайте девятый берс поставим. Так, здесь мы тоже поменяем. Я сделаю всех уже максимальными. Тестируем такой состав. Так, Фрэнк у нас. А потом попробуем еще с доспехом, посмотрим, что будет лучше. Так, Фрэнк у нас собран. Фрэнка поставим сейчас подашку. Талантом прокачаем. Потому что берс мы долго будем искать, лень. Так, есть супер питомцем. Ну, давайте поставим уже для отхила. Даже такой вариант. Поставим сюда панчбокса. Так, и кто у нас еще? Стрелка мы собрали. И Роньку попробуем, да. Сейчас заодно где-то у меня один Ронин был. Персовый Ронин выбираем. Ну, у Ронина, в принципе, скорость атаки и так нормальная. Ставим сюда подашку. Так, сделали, ставим подашку. Здесь я не буду обряд менять. Потому что его хрен словишь. И тут мы поставим. Поставим этого, это дает щит. В общем, такой вот состав, ребятушки. Поехали, проверим его. Тут у нас по рангам 3, я вижу, кто-то набил. 2, 1. Так, вот такой вот состав с берсами, все дела, будем стартовать. Думаю, с огника. Посмотрим сейчас, что у нас с этого получится.
будут ли они. Ну, по идее, они проседать не должны так особо. Единственное, что он будет их сливать чистым уроном, как вариант. Вот смотрите на сердцеедку. Чистым уроном просто пробивает. Ну, пока держится. О, нифига себе он пробивает. Жесткий тип, я вам скажу. Смотрите, минус 2. Нифига себе. Это серьезно. Давай, Тесочка, держись. Ушатал. Жесть. Это просто жесть. С отражалками нифига не спасает. Блин, что ж делать? Давненько я уже сюда не бегал. Ну, давайте еще раз попробуем. Я-то думал, будет легко. Вот его щит. Ладно. Нифига себе, нифига не спасает. Смотрите, просто тупо выносит нафиг. Мы со своими ускорялками, нас нифига не спасает даже. Офигеть. Ну, стрелок, дотащи. Жестко. Блин, нереально жестко. Ну, теперь, может, есть какой-то интерес, будем искать каких-то путей. Не знаю, будем пробовать теперь, я не знаю, наверное, выживание сюда ставить. Блин, его знает, что еще делать. Либо добавлять им жизни, хотя он... Видите, чистым уроном он пробивает очень жестко. Я еще попробую, знаете, что здесь? Истинную веру. Наверное, в следующий раз мы это затестируем, потому что, ну, я даже не знаю. Подашка вообще не спасает. Просто не спасает. Хоть мы и быстро атакуем, но это жестко. В общем, такой вот, ребятушки, тест. Пишите, кто уже бегал. Я уже давненько сюда просто не бегал. Какие варианты сборок? Будем тестировать, пробовать. Но отражалки, конечно, жесткие. И дамажит он тоже реально круто. Вот такие вот, ребятушки, дела. Что у нас получилось? 2. 2 это потолок. Что у меня получилось? Ну вот кто-то 3 нафигачил. Ну, буду тестировать, смотреть. Не знаю даже. Интересно. Интересно стало ходить на этого смотрителя. Все, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.